Всем привет! Меня зовут Варя, и тема сегодняшнего урока – географическая широта, географическая долгота, географические координаты, теория. Мы с вами на этом уроке разберем лишь теоретическую часть, а в следующий раз рассмотрим уже практическую. Итак, для начала давайте с вами вообще узнаем, что же такое географические координаты. Географические координаты – это некие числа, с помощью которых мы можем указать местоположение любого объекта на нашей Земле. Вот. В принципе, они были созданы именно для этого. Как мы с вами можем объяснить чужому человеку, да, где находится какой-либо объект? Ну да, мы можем сказать, ну там, иди, например, в том-то направлении. А если расстояние очень большое, да, и как бы нам точно сказать, что вот конкретно здесь находится тот или иной там дом или гора какая-нибудь, или река протекает, для этого и нужны координаты, потому что они как раз дают так называемый точный адрес того или иного объекта. Вот. По-другому, если географические координаты – это так называемая географическая широта и долгота. Сейчас будем разбирать, что есть что. Итак, чтобы определить координаты, нам как раз понадобится найти широту и долготу. Итак, мы в прошлый раз с вами разбирали некие линии, которые у нас могут быть, а именно градусную сеть разбирали. И выяснили, что у нас есть горизонтальные линии. Самая главная горизонтальная линия – это экватор. Напоминаю, что экватор делит нашу Землю пополам на северное полушарие и на южное полушарие. Вот, все остальные параллели, это как раз таки у нас с вами будет широта. То есть значение параллели будет равняться значению широты. Если это 10-я параллель, 10-я широта, 20-я параллель, 20-я широта и так далее. Итак, например, нам с вами нужно будет определить, да, какую-либо широту. Например, мы знаем, что она 20-я, но получается же, что у нас две 20-й широты. Одна в северном полушарии, другая в южном. Стоит вопрос, а как объяснить-то, куда же все-таки человеку нужно, выше экватора или ниже? Для этого как раз есть еще одно обозначение, северная широта и южная широта по их местоположению. Вот, как вы понимаете, мы автоматически выясняем, что западная или восточная наша широта никак не может быть. И чтобы вообще запомнить, по каким линиям определяется широта, ну давайте проведем такую аналогию, что мы пытаемся наш земной шар измерить в ширину, да, обмерить его. Как раз у нас получаются некие такие горизонтальные линии, наши параллели. Вот, пожалуйста, сразу же широта. С долготой немножко другой принцип. Тут нам понадобятся меридианы. Напоминаю, у нас есть самый главный нулевой, начальный или меридиан Гринвича, от которого мы все отсчитываем. В одну сторону восточное полушарие, а в другую западное. Ну и, соответственно, долгота у нас тоже будет. В одну сторону восточная долгота, в другую будет идти западная долгота. Чтобы понять, где у нас наша долгота заканчивается, мы вспоминаем про вторую границу, а именно 180-й меридиан, да, который у нас будет идти с другой стороны от нулевого, да, как будто мы Землю нашу разрезали. Вот. В итоге получаем несколько вариантов долготы. Значение долготы также будет равняться значению меридиана. Слово «долгота» чем-то похоже на слово «длину» немножечко, поэтому можем представить, что мы пытались измерить в длину наш земной шар. И таким образом как раз это запомнить. Вот. Еще раз, значит, широта может быть либо северной, либо южной. Вариантов больше нету. А долгота может быть либо западной, либо восточной. Вот. Для определения координат находится значение и широты, и долготы, совмещается, записывается воедино, и таким образом мы с вами получаем некий адрес нашего объекта. Вот, пожалуйста, еще раз, да, от экватора отмеряем широту, от меридиана мы отмеряем долготу. Вот. Вот так у нас может находиться наш объект сразу же между несколькими меридианами и несколькими параллелями. Да, не всегда они точно лежат на наших значениях. И тут есть определенная методика, по которой мы можем высчитать наиболее точные координаты. Конечно же, когда мы с вами на глаз это будем считать, ну, получится, наверное, все-таки с какой-то погрешностью, потому что наш глазомер, он вносит свои коррективы. Вот. Но понятное дело, что если мы считаем уже с помощью каких-либо специальных устройств, там уже таких погрешностей не будет.
Вот. И чтобы записать наши координаты, посмотрите, пожалуйста, на данную табличку. Мы всегда вначале записываем значение в градусах. Вот, например, здесь 66 градусов. Затем записываем значение широты. Какая она? Северная широта. Полными словами никогда не пишут. Сокращают у нас до заглавных букв. Затем мы записываем значение долготы. В данном случае это 67 градусов западной долготы. Вот. И выясняем, что это объект. Остров Баффинова земля. Все остальные у нас также здесь представлены. Вы, наверное, скажете, что а смысл этих координат? Мы уже все знаем. Но ваши электронные карты, они работают именно за счет координат. Когда-то сначала туда была нанесена та самая градусная сеть. И затем уже, когда специальные разработчики вбивали туда данные, что, например, там желтый дом находится по таким-то координатам, он и появлялся в нужной там точке. То есть без координат, в принципе, карта не сможет существовать, мы объекты там не сможем с вами расположить. Поэтому сейчас координаты, может быть, вручную уже мало кто высчитывает, но все наши машины электронные, они, в общем-то, на этом основываются. Поэтому научиться считать координаты стоит каждому человеку. Вот. А это мы как раз сможем с вами сделать уже в следующий раз. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.